Автопарк Центральной районной больницы Саратовского района пополнился новеньким автомобилем. Благодарность врачам. Группа компаний «Много мебели» передала ключи от «Лады Гранты». Группа компаний «Много мебели» предоставляет вам вот этот автомобиль. Мы надеемся, что он облегчит ваш труд. Спасибо вам большое за ваш труд. Желаем вам успехов. Всего хорошего. Спасибо. Главврач больницы Татьяна Пугачева немного волнуется. Говорит, что за свою трудовую деятельность такие спонсорские подарки делали нечасто. Саратовский район по своей географии разбросанный, и медицинским работникам приходится проезжать немало километров. Поэтому автомобиль, особенно в период пандемии, очень нужный помощник для докторов. Эмоции, наверное, действительно не выразить словами, потому что... Я очень много лет работаю в Саратовском районе, и впервые у нас такое мероприятие, чтобы нам спонсорскую помощь, вот такую шикарную машину вручили, и именно в тот момент, когда она крайне необходима. Конечно, автотранспорт, особенно в настоящее время, он крайне необходим медицинским работникам, потому что работа, просто ее стало в разы больше. Это обслуживание больных на дому, доставка медикаментов, отвезти мазки, своевременно забрать результаты. Еще очень хочется действительно сказать слова искренней благодарности главе Саратовского муниципального района Ивану Анатольевичу Бабушкину за то, что нам предоставлено от администрации Саратовского муниципального района в помощь 3 автомашины легковые для того, чтобы они работали в наших населенных пунктах. Большое удовольствие от возможности таким образом поблагодарить врачей за их труд получили и сами дарители – компания «Много мебели». Располагаясь на территории Саратовского района, спонсоры считают долгом помочь и своим сотрудникам. В том числе. На фабрике работает больше 2000 человек, и это большая часть людей как раз из Саратовского района. И вообще фабрика предоставляет рабочие места жителям сельских территорий из других районов. И мы организовали транспортное сообщение для того, чтобы жители из разных поселков могли добраться до фабрики, до своих рабочих мест. Ну и вот логичное решение было дать возможность врачам муниципального района добраться до наших жителей, до наших работников в том числе, которые у нас работают. Очень приятно, что мы можем помочь врачам, потому что это очень героическая профессия, на мой взгляд, особенно сейчас. И сколько от них мужества, а сколько от них самоотверженности требуется. И мы рады, что мы хоть чуть-чуть сможем помочь и облегчить их труд. Потому что, мне кажется, с этой бедой мы сможем справиться только вместе. Только когда все вместе приложим усилия и поможем друг другу. И только тогда мы победим.